тут необычно. Да, вот мы и приехали. Должен сказать тебе, ты был хорошим попутчиком. Ой, да ладно. Я просто хотел доехать. Просто, понимаешь, дороги бывают так одиноко. Мне повезло встретить тебя. Мне тоже очень повезло встретить вас. Мне кажется, мой новый путь будет нелегок. Но каким бы он ни был, я точно знаю. Я обязательно его пройду, ведь я выбрал его сам. Ну что ж, удачи тебе. Эх, опять одиночество. Как я все-таки одинок в дороге. До свидания. Земля кругла, потому я не прощаюсь с вами. Эх, надеюсь, у него все хорошо будет. Ну ж, мне пора разгружать свой груз на склад, потом поищу номера и побуду в какой-нибудь компании. Ох, легкая эта работа. Добрый вечер, подружка. Это точно, добрый. Ох да, вечер выходного дня. Слушай. А? Знаешь, я хотела сказать, помнишь Любку? А, это та самая, которая еще у начальника долго задерживается, да? Ага. Так вот, я слышала, что она пошла на повышение. Вот зараза, а? И не говори, не то слово. А начальник что говорит? Он говорит, она самая трудолюбивая из нас. Ой, отвратительно. О, гляди-ка. Ай, это же та самая танцовщица из клуба порочных душ. А, небось, на работу направляется. Как можно работать танцовщицей в ночном клубе? Это же ужасно. Сама не понимаю. Мне трудно поверить в мое счастье. Наконец-то я уволилась. Как я могла вести себя так? На то он и клуб, чтобы там были сплошные порочные души. Сколько невменяемых глаз на меня смотрело. Просто стыдно за себя. Если бы они знали, что я ведьма, и они были всего лишь под моими чарами. Все, хватит. Пора снять эти проклятые розовые очки. Жизнь без розовых очков прекрасна. Но деньги-то у меня еще остались. Пойду прикуплю себе приличную одежду. Зачем она оставила такие модные очки? Вот глупая. Тогда я думаю, я могу забрать их себе. Ну вот и готово. Вау, а тебе идет. Ну спасибо. А ты заметила, в нашем дворе все больше странных людей. Да, иногда мне даже кажется, что мы единственные нормальные во всей вселенной. Ох, да. А я и не заметила, что уже сентябрь. Время летит так быстро. А зарплату все еще задерживают. Эх, а вот выплатили бы, и я бы себе новое платьишко купила. А вот Любке, небось, выплатят даже больше. А это еще кто такой? Что за ненормальный в нашем дворе? Остановлюсь здесь и подумаю, куда я могу идти дальше. Этот город мне все-таки чужой. Но я сам выбрал этот путь. Подружка, это еще один псих. А точно псих, а не психопатка? Ты посмотри, вроде парень, а волосы такие длинные. Это точно. Нормальный, вот и все. Но если кто-то не похож на вас, почему же он ненормальный? Он просто другой. А понятие нормальности, оно относительное. А я вот считаю ненормальными тех, кто любит обсуждать других. У вас нет своей интересной жизни. А ведь он прав. Наша жизнь и правда такая скучная. Да. Вот мы и смотрим на мир через наши личные розовые очки. Эх, скорее бы уже зарплата. Может быть, тоже себе очки куплю.
И все-таки хорошо, что у нас появился этот принц. Как его там? Я Алоис из страны грез. Я упал с неба. Ну, хоть будет с кем розочку оставить. Пока Роуз занята. И все же Роуз просто невероятна. Может быть, за это я и не люблю этого Алоиса. Все, что мне обеспечено с Роуз, это только грезы. Вот научиться играть на гитаре – это мечта, и она зависит от меня. А есть греза, и она никогда не станет явью. Надо как-то отвлечься. Например, с кем-нибудь познакомиться. Вон там как раз какая-то девушка стоит. Привет. А? Хай. Так я не понял, у него что, щетина, что ли? Так, ты кто такой? Мое имя Курт. И я из того большого города, который по соседству. А ты кто такой? А я тот, кто поможет тебе забыть твое имя. Ай, ну не надо, ну не стукай. Да, ты прав. Таких, как ты, не бьют. По ним ходят. Ай. Ай, ты что делаешь? Фу, отвратительно. Я вообще-то на тебя напал. Опасно стало вообще ходить по улице. Но хочешь на кого-то напасть, а тебя целуют. Фу. Ой, умора. Ну и зачем же он убежал? Я ведь всего лишь хотел показать, что я не хочу с ним воевать. Я хочу быть его другом, а не врагом. Его братом. Ой, ну ладно, холодно становится. А пойдем ко мне пить чай. А, пошли. Эх, странный какой-то город. Даже пароль от домофона не знаю. Город рабочего народа. У всех в голове дела. У всех какие-то свои заботы. А тут я, такой странный. И мне нравится непохожесть. Кому я тут нужен? Эх. Да я и в том-то городе нужен был только одной лишь Шанти. А где же она теперь? Не знаю. Ой, как же хорошо, что я все-таки ушла с той работы. Увольнение, оно ведь от слова воля. Осень будет бесподобной. Эй, а ты еще кто такой? А мое имя Курт. А ты кто? А меня зовут Аконит. Ха, забавно. Название ядовитого цветка. Ну да. Ты здесь живешь? Да, правда, на чердаке. Вау, а может быть, она тоже хиппи. Дети цветов. Любили цветочные имена. Как необычно. Я тоже на чердаке жил. Когда жил в моем другом городе. Ух ты! А может быть, он тоже колдун? В таком случае, хочешь пойти со мной на чердак? С радостью. Тогда идем. Как здорово. Ой, наконец-то я дома. Прямо как у меня было. Да, вот тут я и живу. Да, удобно жить на чердаке. И за квартиру платить не надо. Ага. А это у тебя там что? Что это такое? Какая гадость. Фу. Ты идиот! Это нельзя было пить! Нет, я не идиот. Я рыбка. Надеюсь, он хотя бы очнется.